Умный против тупого. 2. А если ты подпишешься на канал и поставишь на этот ролик лайк, то ты будешь самым умным в следующем учебном году. А если не подпишешься, то я бы не стал проверять, что будет. Приятного просмотра. Умный против тупого. Так, завтра очень важный день, поэтому лягу пораньше. Фу, завтра важный день, надо бы лечь пораньше. Да ладно, еще одна катка не помешает. Ух, теперь можно и спать. Умный против тупого. Да ладно тебе, еще успеем. Лучше подождать 30 секунд и остаться в целости и сохранности. Ну ок. Стой, 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 там машина. Да ладно, она еще далеко, успеем. Подожди, может... Умный против тупого. Что может быть лучше, чем выбраться в центр города? Да. Ох, чё-то скучно, чувак, экстрима не хватает. О, слушай, погнали над тем челом угарнём. Братан, ну ты даешь. Конечно, погнали. Какая сегодня хорошая погода. И вправду, что будем делать? Самое время, чтобы почитать книгу. Конец. Правда прикольная книга? Да. Умный против тупого. Так, здесь Дота, а здесь КС. Умный против тупого. Слушай, может быть, ты уже перестанешь слушать эту громкую музыку в 3 часа ночи? Да, братан, забей! Вон, иди разбирайся теперь. Расплюнуть. Здравствуй. Умный против тупого. Фу, наконец-то пришли. Чувак, тебе что-то заказать? Давай 2 бигтейсти, 30 наггетсов и 2 килограмма картошки. Бро, по-моему, ты сегодня скромничаешь. Да, ты прав. Давай 3 бигтейсти. Так-то лучше. Чувак, мы сегодня обожрёмся. Что-то есть хочется. Да погнали похаваем в Маке. В Маке? Я такое никогда не пробовал. Да погнали, тебе понравится. Что это? Морковные дольки, кстати, очень полезно для здоровья. Ты пришел в Мак поесть морковные дольки? Не, ну там были и яблочные, но я предпочел овощ. Прям как ты. Что? Что? Умный против тупого. Умный против тупого. Алло? Алло, братан, я на контрольной. Сможешь мне вычислить корень из дискриминанта? Хорошо, говори число. Слышь, братан, найди мне корень дискриминанта. Уравнение скину в ВК. Какой еще корень дискриминанта? Что это за растение вообще? Слушай, бро, корень ромашки подойдет? Ты дебил? Что? Сначала просит, а потом дебил. Зашибись. Умный против тупого. Слушай, у меня вопрос. Как у вас у умных получается все так быстро запоминать? На голове постой, может поможет. А это идея. О, вы здесь, ребят? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, потому что до 100 тысяч осталось совсем чуть-чуть. Вот столечко. А также смотрите предыдущие видео. Давайте наберем 2000 лайков, тогда выйдет третья часть. Ну все, всем пока. Умный против тупого. 2.